Цель этой встречи – привлечение иностранных инвесторов, в частности, финской компании «Череповец» в Зашекснинский микрорайон с целью создания рабочих мест. Мы в рамках стратегии развития города предполагаем создание экологически чистых производств, пищевой, перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, легкого машиностроения на площадке в Зашекснинском микрорайоне, что даст возможность обеспечить работой порядка 20 тысяч жителей нашего города. Почему пищевая промышленность? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы сырьевой мощнейший потенциал Вологодской области, сельское хозяйство, давало максимальную добавленную стоимость. И те поля, которые сейчас запущены, они снова обрабатывались, восстанавливались. Но для этого очень важно организовать производство, которое бы востребовало сырьевую, прежде всего, местную сырьевую базу. Я надеюсь, что эти переговоры будут еще одним шагом в направлении развития конструктивного сотрудничества и создания конкретных производств. Мы наслышаны о хорошей репутации вологодского масла. Это ведущий продукт и нашей компании. Поэтому мы с интересом следим за развитием производства в вашем регионе. У нас комплексный подход к сотрудничеству. Конечно, хорошее сырье – это материал для качественных продуктов. Да, мы заинтересованы в сырье вашей области. Но если мы найдем местного производителя, который бы хотел с нами сотрудничать, это было бы тоже хорошо.